Такая вот у нас случилась беда, потек принтер, непонятно, что пока произошло. У меня есть вот такое средство, пробничку универсального, концентрированное экстренное очищение, вот такие вот наши салфетки. На руке у меня уже все вот так некрасиво, сейчас покажу, как это все будет исчезать из... Вот такое все черное будет исчезать. Здесь у меня универсальное средство, я уже начала им стирать некоторые продукты со своих рук. И совершенно безопасно его использую, не боюсь, что у меня что-то испачкается. Ну вот вы видели, что было. А чернила, это очень такая субстанция въедучая. Ну вот половина уже у меня не осталось. Теперь смотрите, что делаем. Что делаем? Вот с этой черной грязной штукой точно так же поливаем универсальное средство. Оно вообще для пола, оно для всех твердых поверхностей. Но кто сказал, что на принтере, собственно говоря, не твердые поверхности. И так начинаем потихонечку протирать. Протираем все, что есть. Вот так благополучно. Конечно, принтер в ремонт, но во всяком случае мы понимаем, что человек, который повезет его в ремонт, не испачкается. Возможно, вот здесь у нас какое-то протекание. Ну вот мы так довели до ума. Вот такая вот у нас чистота с помощью средства универсального, как заказывать его в личный кабинет. Продолжение рассказа о нашей такой беде случившейся. Покажу, как работает то же самое средство на литое на само пятно. Смотрите, как оно все съело. Сейчас я вот здесь говорю второй кусочек, второй. И средство это вот уже из... Смотрите, оно еще половина не закончилось, там еще половина. Я уже сколько всего оттерла, оно все еще не заканчивается. Сейчас вот здесь будет чистая чистота. Смотрите, ой. Вот так интересно. Наши салфеточки из бамбука, они тоже вот волшебные, потому что стирают даже вот такое безобразие. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, но вы являетесь покупателем продукции компании Faberlic, то Faberlic вас спасет вообще всегда. Смотрите, вообще ничего нету. Сейчас вот мне еще оторвать один такой вот листик этой салфетки, и вообще здесь будет чисто. Совершенно неожиданное решение для кого-то может быть. Вот такая у меня остаточная зелень от чернил принтеровских сегодняшних. И вот здесь разведенный наш пятновыводитель. Сыпучий, порошкообразный для стирки. Посмотрим, что будет. Я опустила в него руку. Благополучно сейчас буду держать. И через несколько секунд посмотрим, минуточку может быть. Посмотрим, как будет работать. Да, это безопасно, если вдруг кому-то интересно. Наш пятновыводитель безопасен для рук. Я не боюсь и вам не советую.